точно засадили. Так, итак, здравствуйте, дорогие друзья. Мы все прекрасно, ну, может быть, слышали то, что я приезжаю в эти места с теми автомобилями, в которые я влюбляюсь. Но в этот автомобиль я еще не влюбился, потому что еще даже не ездил на нем. Просто мы снимаем действительно в таких там серьезных условиях сегодня. Пока вы все спите, отдыхаете, доедаете утренние салаты, мы в минус 15, минус 16 при сильном ветре снимаем видео. И сюда мы заехали опять, потому что лес... загораживает нам ветер, и тут спокойно можно снимать, хотя бы не сильно дует. Вот, сегодня, как вы прекрасно видите, тот, кто разбирается в автомобилях, я думаю, да, вы понимаете, какая это машина, Lexus LX570. Сегодня нас ждет полноценный тест-драйв этого автомобиля, новый автомобиль. Когда-то он стоил 4,5, сейчас стоит 6, то есть, ничего не делая год, вы раньше ездили на машине, которая стоит 4,5, сейчас, благодаря курсу, он стоит 6. Вот, ну, что можно сказать, практически максимальная комплектация, здесь есть все. И, ну, для чего эта машина? Вот представляете, у вас много денег, все хорошо, то есть и вам нравится концепция огромного, полноценного, рамного внедорожника дорогого, но как-то ездить на крузаке, ну, Toyota вам, ну, как-то, ну, это несерьезно. Вам хочется салон побогаче, вам хочется мощный двигатель, вам хочется настоящее дерево, кожу в салоне и все остальное, чтобы это звучало. Ну, я подъехал не на Toyota, тогда компания Toyota взяла, вам предложила Lexus, премиальный бренд, поставил сюда все, что можно, кучу электроники. Этого, о начинке я говорю, расскажем мы попозже. И, но что можно сказать насчет внешности этого автомобиля? Да, она действительно интересная. Ну, для кого-то она может показаться банальным. Это черный квадрат. Опять же, бесформенный, с большими свесами. Настоящий японский кожаный чемодан. Дизайнеры немножечко придали морде, так скажем, узнаваемости в форме вот их фирменных мощных спортивных седанов. Такая острая заостренная решетка. Добавили немножечко хрома. Рейлинги, кстати, можно было сделать тоже хромированными. Большие колеса. Ну, вообще машина концептуально она очень интересная. Вроде бы большой внедорожник, а разгон до 100, как у горячего хэтчбека, да, в пробирах 7 секунд, плюс рама и множество внедорожников. Функций. Что здесь конкретно по технике, давайте я вам расскажу сейчас подробнее. Хромированная решетка, мне так нравится, вот эти вот, когда на черном хром, да, то есть очень клево смотрится. И так, классический черный внедорожник с хромированными вот этими широкие 1,9, он почти 2 метра ширина. Итак, значит, ну это что-то я заговорился о своем. Ну, по основным агрегатам здесь все достаточно просто. Алюминиевая мощная V-образная восьмерка объемом 5,7 литров на фазовращателях, на впуске и на выпуске. Огромный крутящий момент, 367 лошадей. Ну что, атмосферный и элементарный двигатель. У конкурентов в основном в эти деньги там уже даже бензиновые турбированные агрегаты. Здесь Атмо. Что Атмо у нас многолитровая, это залог надежности. И, по крайней мере, к бензину она не так придирчива, как все остальные автомобили. Далее у нас идет шестиступенчатый, опять же, элементарный, простой автомат. Это как Волк, мне кажется, сейчас прошел. Смотри, он сейчас его съест. Это Волк. Дальше. Ну и вот видите. Рама, вот, поэтому основные агрегаты, которые движут автомобиль, они элементарные. Спереди такая же двухрычажная подвеска, как на Land Cruiser, сзади элементарный мост с тягой Panara. И вообще, конечно же, за эти деньги хочется научиться управлять. Поэтому здесь стоят электронные амортизаторы. И, но самое интересное, если на Land Cruiser у нас... Мы могли менять жесткость стабилизаторов, то есть жидкость у нас с насоса, не надо метить машину, не надо... Такой хороший, смотри, какой волчок. Ты меня не укусишь? Звезда Ютуба, да? Хорошая. Если мы... Это нельзя есть. Если мы меняли жесткость, могли, как грубо говоря, стягивать стабилизаторы в зависимости от того, сделать их жестче и расслаблять на бездорожье, то здесь на Lexus стоит уникальная система. Специально для этого разработали амортизаторы Hitachi, которые могут...
увеличивать жесткость самих амортизаторов. Подобная система у нас стояла, стоит в подвеске Citroёn гидроактив. Поэтому, ну, грубо говоря, просто система, которая позволяет подавлять крены автомобиля, неважно, как она стоит, в системе Sport, она, в принципе, кренится не меньше, чем Porsche Cayenne или BMW X5. Поэтому, если машина кренится на одну сторону, жесткость на другой стороне она увеличивает, и поэтому крены подавляются. Естественно, это мы еще проверим. Поэтому, с точки зрения подвески, для управляемости она намного дороже здесь, и все-таки сложнее, чем в обычном Land Cruiser. С точки зрения внедорожных примочек, то есть постоянный полный привод, мы можем заблокировать межосевой дифференциал и такая же имитация межколесных блокировок, как у нас на Land Cruiser 200, которые, как оказалось, в принципе, бесполезны в наших условиях, то есть не на камнистой, сухой местности, а в наших условиях они бесполезны. Поэтому мы тоже обязательно сейчас попробуем покататься по полю, но здесь есть дурь. Здесь у нас есть регулируемый клиренс, поэтому я думаю, что все-таки по бездорожью конкретно вот этот наш Lexus LX570 намного будет превосходить обычный Land Cruiser, но есть техническая проходимость, а есть моральная проходимость. Во-первых, эта машина стоит намного дороже. Во-вторых, мне так кажется, что бампера все-таки у нее стоят подороже и с веса побольше. Это мне так кажется. Опять же, мы проверим. В принципе, с технической точки зрения здесь я все вам рассказал. Чего тут еще можно рассказать? Но остальное все простое. Но я так думаю, что как бы мы амортизаторы не зажимали, какие бы они ни были жесткие, все равно вот мост ты никуда не возьмешь и не вытащишь. Да? То есть независимую заднюю подвеску пока ничем не заменить. Но так как здесь рама, это нормальная конструкция для этого автомобиля. Закрываем капот и переходим в салон. Итак, садясь в этот автомобиль, вы, во-первых, как будто вот заходите в полный рост в какой-то вот кабинет. Здесь, безусловно, владельцу Land Cruiser вот этого не хватает. Здесь намного качественнее кожа, вставки из темного дерева, кожа двойная, двухцветная. Вот это вот очень на ощупь приятная вещь, очень приятная. Это прям реально премиум. Большой, огромный кабинет кожаный. И действительно здесь много места. Также у нас есть люк. Посадка очень удобная. Но вот понимаете, когда вы едете на таком огромном автомобиле, у вас тоже ответственность. Если, не дай бог, вы где-то выпьете в клубе или сядете за руль нетрезвым за такой автомобиль, вы же можете при лобовом столкновении прерывать жизнь практически людей в любом седане, потому что это огромная ответственность, потому что вот эта вот огромная машина, она просто разомнет под собой любой хэтчбэк B-класса и седан C-класса. Вы даже не почувствуете, реально какую-то нужно ощущать ответственность, когда ты едешь на таком огромном здоровом автомобиле. Вы в полной безопасности здесь. Неважно, с кем вы столкнетесь. Тут у нас 7 подушек безопасности. Шторки, кстати, система шторок отключается в бездорожном режиме, чтобы там из-за больших кренов они не сработали. Вот, поэтому очень круто. По салону это прямо то, что не хватает. Ну, вот любой владелец крузака сюда сядет, и он начнет кайфовать. Очень приятный цвет такой, ну, как морковный цвет сидений, да. Боковая поддержка, вентиляция, все. Кстати, машина не совсем, ну, 36 тысяч километров, это нормально. Поэтому по салону вообще здесь нет претензий. Все очень хорошо продумано. Давайте я чуть поближе вам покажу автомобиль. Ну, здесь у нас из преимуществ руль с электрорегулировкой. Естественно, он здесь должен быть за такие деньги. Лепестки. 4 стеклоподъемника даже есть, представляете? И задние тоже с электроприводом. Это просто невиданно для автомобиля такого класса. Мы можем складывать зеркала. Естественно, они с подогревом. Совсем омыватель фар. Подогрев. Что у нас здесь есть? Здесь у нас не видно, но подогрев руля. Кстати, давайте-ка его включим. Отключение системы стабилизации, ASF. Включать-выключать и кнопка закрывания багажника. Так, мы сейчас отрегулируем, чтобы было бы лучше. Вот кнопочка трип контроля. Здесь мы можем смотреть расстояние, которое нам мы проехали по поездкам. Кнопка дисплей на руле. То есть мы здесь смотрим, можем смотреть скорость, электронный спидометр, среднюю скорость, навигация, что я немножечко, 20 литров расход. Ну, в принципе, для такой массы это нормально, такой расход. Средний расход 24, ну, нормально так хавает машина, да, потому что постоянный полный привод, огромная масса, вот, естественно, это так и будет. Здесь уже все попроще, у нас навигация, дисплей, магнитола, блок управления климатом,
Вот, тут уже все, подогрев сидений тойотовский такой же, да? Можно было их, конечно, сделать посовременней. Так, такая же система, как на Land Cruiser 200, то есть Power, Ecto и Tuento, он со второй передачи двигается. Также элементарный автомат, как на Тойотах примерно, такая же у нас как бы система. Ящички различные, управление пневмоподвеской. Значит, далее мы можем регулировать клиренс, выставлять жесткость амортизаторов. Сейчас пропустим наш КамАЗ. Обратите внимание, значит, камера заднего вида, но она здесь сейчас испачкалась. Ну, я думаю, будет все хорошо, когда она будет чистая. Значит, управление полным приводом постоянное и полное, естественно, повышенная, пониженная передача, также регулировка клиренса. А вот это вот с разворотом, это вот система, которая нам разворачиваться помогает, да? Вот это вот. Так. Огромный холодильник. А, еще. А, вот холодильник у нас. Ну, сейчас, наверное, он не нужен, холодильник, в такую погоду. Кстати, минус 11, потеплело, уже можно без одежды ходить. И, в принципе, у нас перчаточный ящик. Все, поэтому здесь все так узнаются. Печально то, что некоторые узнаются тойотовские элементы, которые будто на Highlander'е, такой же примерно селектор, вот эти вот крутилки. Конечно, могли что-нибудь придумать, вот даже клавиши некоторые уже, что-то с точки зрения Lexus, то есть хромированные такие можно было сделать, да? Вот эти, когда узнаются в автомобиле за 6 миллионов тойотовские элементы, это, конечно, все-таки немножечко расстраивает. Ручник очень хорошо сделан, строчка, то есть вот, ну, кожа очень, мне прям приятно трогать ее, как будто трогаешь кожу на дорогом автомобиле. Ну, так и есть. Так, руль с деревянными вставками. Ну, все так. О, подогрев заработал. Ну, естественно, дерево у нас не греется, только вот эти места. Но все равно приятно. Так, ну что, давайте попробуем сесть назад. Итак, садимся назад. И вот все владельцы больших внедорожников всегда ездят незамерзайкой в салоне. Ой, нет. И владельцы больших внедорожников всегда ездят. Я сейчас думаете, оголимой рекламой буду заниматься. Да, нет, конечно. Всегда ездят с незамерзайкой именно на заднем сиденье, потому что как бы ты ее ни поставил, ни закрепил, если у вас огромный багажник, она всегда будет болтаться туда-сюда. Поэтому здесь мы... Их всех можно... Всегда будет незамерзайка на заднем сиденье. Вот здесь вот. Ну что, заметьте... Все, надо прекращать уже с этой замерзайкой. Ровный тоннель, ровный пол, но он, естественно, хотелось бы, чтобы он был немножко пониже, потому что сидим как в седане, то есть ноги все равно у нас высоко, немножечко вот так. И еще хотелось бы, чтобы диван, все-таки нижняя подушка была побольше, чтобы комфортнее сидеть. Так, конечно, задний монитор этого ни в одном Land Cruiser нет. Тут тоже, кстати, сиденья другие стоят. Индивидуальный климат, подогрев для задних пассажиров, здесь все продумано. С этой точки зрения здесь можно подключить наушники, телефон, звук, все что угодно. Здесь полное, вот все, что вот для задних пассажиров можно было сделать, все здесь сделано. Но опять же, конечно, хотелось бы, может, есть комплектации с раздельными сиденьями. Шторка опять же есть. То есть поэтому здесь как бы шикарно для задних пассажиров. Вот. Да, у нас двигаются сиденья. А, ну вот так мы можем двигать, да. Все, в принципе, ну, сидеть можно, но, опять же, не сравниться по комфорту с данными премиум-сегмента, там, семерка BMW с классом, ну, пока нет. Но, в принципе, ездить можно. Но, опять же, кожа очень качественная, она очень нравится. Еще цвет такой шикарный. Давайте посмотрим багажник. По словам владельца, электропривод багажника здесь в морозы не работает, поэтому всегда приходится открывать вручную. То есть, вот так же, как на Land Cruiser. Часто слышно выражение так же, как на Land Cruiser, да? Система здесь такая же. Вот это интересно, килограмм 200 выдержит? Выдержит. Вот, но багажник огромный, здесь даже можно спать. То есть, ну, я туда не полезу, конечно, но прекрасно видно. Запаска у нас находится снизу. Вот, поэтому, в принципе, ничего здесь интересного нет. Сиденье мы можем складывать также без проблем. Автодоводчик хотя бы. Но закрывается она уже сама. Кстати,
Кстати, еще хотелось бы отметить, что... Сейчас мы подождем, пока она закроется. Вдруг не закроется. Не закрылась. Хотелось бы еще отметить, что вот эти вот колпаки стоят... Вот эти вот именно. Не вот этот весь диск, а вот эти вот колпаки стоят 5000 рублей. Их постоянно крадут. Вот, во-первых, ну не знаю, кто крадет, еще кто цены на них назначает. Непонятно. И куда те, кто крадет, куда их они потом их продают? Это же штучный товар. Наверное, у тех, кто... У кого украли, они идут к другому человеку и тоже их снимают у другого человека. И такой вот круговорот колпаков в природе получается. Так, ну что можно сказать? Давайте, наверное, уже начнем тест-драйв автомобиля. Итак, садимся за руль. В такой кожаной комнате я не могу. Обычно автомобили, ну, с хорошо сделанным салоном, они поменьше. То есть тот же Cayenne, X5, даже Range Rover. Поменьше. А здесь такой кабинет прям. Сейчас попробуем прокатиться на нашем замечательном Лексусе. Но скользко сегодня на улице. Хорошо, что стоит шипованная резина. Аккуратненько, не спеша едем. Но он тоже так вильнуть не... О, такая мягкая вся едет. Так, у нас сейчас режим комфорт, да? Угу. Все амортизаторы у нас в режиме комфорт. Это значит, что в принципе... Сейчас мы будем ехать плавно, без каких-либо... Очень мягко. Здесь специальные резиновые проставки, которые отделяют кузов от рамы. То есть они тоже еще гасят специальные... Ну, дополнительно гасят вибрации от дороги. Рама у нас служит демпфером, амортизатор демпфер. И вот эти вот опоры, которые держат кузов на раме, тоже демпфер. Здесь три демпфера. Здесь очень... комфортно, очень. Едем 80, плавно раскачиваемся, как в таком дроне. В случае чего надо пересекать. Ну вот, кстати, очень неплохо. Я думал, такой крен будет. За рулем действует, следует хорошо. Едешь как по дороге, как будто с детьми гуляешь. Вот все дети кругом, ты такой едешь, отец. Идите вперед, типа, или дайте, пропустите меня. Можно съехать на полосу. Постоянный полный привод, как бы никаких задержек, включений, там подключения передка или задка не будет, спокойненько. Педаль, конечно, тормоза хотелось бы почетче и порезче, чтобы она срабатывала. К тормозам нужно привыкать здесь. Сидим вот в полосоте, как в маршрутке, такая же высота примерно. Мотор не слышно абсолютно, то есть он где-то есть. Режим, а, кстати, автомат у нас сам, да, подстраивается, что в эко, что другой режим, или ты постоянно в эко ездишь? Постоянно. Неровности мы практически не чувствуем, то есть, естественно, этого стоило ожидать, такой шкаф. Но он боком немножечко идет, и система стабилизации нас немножко притормаживает. Ну, как в известной рекламе, есть полоса для заднего, для переднего и для полного. Причем полный может перестраиваться вне зависимости от снега, нас не понесет. Здесь очень умная система стабилизации, которая будет наш автомобиль всегда удерживать напрямую. Вот, там кто-то, к сожалению, разворачивается. Вот едем 100. Ну, очень комфортно, да? На руль вибрации передаются минимум, тем не менее они все равно передаются, потому что дорога такая. Напомню, что едем по дороге с плохой очень, вот не раскачивается. Тут горки, тут все тачки раскачиваются, этот едет по прямой. Очень напоминает палатку Audi Q7, Chevrolet Tahoe. Но Q7 все-таки там чувствуется, что рамы нет. Chevrolet Tahoe, GL тоже здесь достаточно хорошо ехал. Гелендваген, то есть это преимущественно тяжелые, очень мощные автомобили с большой колесной базой. Абсолютно не чувствуется, что здесь V8 в спокойном режиме. Какой-то, если тут дизелек был, тоже. Ну вот. Пробуем ускориться. Вот сейчас чувствую. Вот сейчас мы уже слышим мотор. Ну, король дороги, да, ты себя чувствуешь. Подобные ощущения какие-то я использовал на Nissan Patrol. Тоже такая огромная махина.
Ну вот знаешь, я вот думаю, вот на таких автомобилях, ну куда-то ездить на дальняк, мне кажется, с рулем можно уснуть. Ты едешь вот как в комнате, вот еще бы кто-нибудь руль подержал, так, вот так вот. Просто действительно ничего нет, ни шум ветра, ни шум мотора, еще какую-то музыку, на них реально опасно, потому что ты не даже, мы едем по ужасной дороге, ты даже никак не подруливаешь, абсолютно. Машина едет тут по прямой, все остальное. Еще бы тут, вот говорю, автопилот, там, точку назначения, там, какую-то конечную ввел, она сама поедет, ну и ладно. То есть автомобиль не вызывает у вас никаких драйверских каких-то эмоций, амбиций. Просто вот, ну, это такой хороший жоповоз. Владелец данного автомобиля его использует как автомобиль на каждый день. Вот, поэтому... По трассе вот куда-то съездить, да, чтобы особо там не опаздывать на поезда, но смотрите, он прям задал точку и езжай абсолютно здесь. Неплохо доруливается автомобиль. Маленький радиус разворота у него. Вообще, конечно, автомобиль до 100 разгоняется за 7 с копейками там примерно, да. Сейчас мы, конечно, этот результат не положим. Так, нам надо в спорт, наверное, автомат перевести, чтобы попробовать ускориться, или он сам переведет? Переведи спорт в пауэр. Так, машина сейчас будет шлифовать, то есть тут смысла нет абсолютно никакого. Просто попробуем ускориться с места, попробуем включить электронный спидометр, чтобы вам было лучше видно. И ускорение. Ну, давай! Ну, метров за 300, наверное, набрали мы 150. Про расход я даже сейчас боюсь смотреть. 31 литр в таком режиме. 31, это... А, нет, подождите, это километр в час. Ну, примерно расход, думаю, примерно такой же будет. А, нет, 20 средний. Пока двадцатку, мы в двадцатку примерно укладываемся. Но ощущение, когда этот шкаф ускоряется со стороны, наверное, так... В один присест мы не развернемся. Но все-таки я не думаю, что это драйверский автомобиль. Здесь V8 нужно просто для того, чтобы нужен, то есть для уверенности какой-то, да? Вот я на большой тачке, в случае чего я могу, конечно, сотку за 7,5 секунд разогнать, но зачем мне это нужно? Просто для удобных обгонов, чтобы моменты здесь всегда есть. Мало того, мы сейчас попробуем поездить по снегу, посмотрим, как там этот V8 себя ведет. Но зимнюю дорогу плохую, мне кажется, для наших дорог тачка идеальна. Конечно, я не знаю, сколько будет там починить, если тут у меня, дай бог, сломается система подкачки, а сколько стоит один этот амортизатор с изменяемой жесткостью. Да, это, мне кажется, 100 плюс ремонт минимум. Но когда у тебя автомобиль уже за 6 миллионов, мне кажется, все считается в процентах от этой стоимости, от стоимости самого автомобиля. Так, что, давайте попробуем по снегу, по плохой дороге поездить. Итак, мы выехали сейчас в поле. Сейчас мы автомобиль переведем в наш так называемый оффроуд режим. Сейчас она будет подниматься. Чуть-чуть видно, что она поднимается, у меня в глазах уже двоится. А, не, вот. И перед сейчас поднимается, видите, да? Наверное, в кадре, вот. Пошла. Как у танка клиренс стал. Да? И теперь давайте посмотрим. Для начала загоним ее в поле. Давай. А-а-а! Слежу. Стой! Все. Назад давай! Попробуй стабилизацию включить. Красиво было начало, да? Даже с таким клиренсом. А-а-а, красавец! Давай еще, разворачивай. Ну, легко, кстати, ему зарыться здесь.
Давай, пошел. Ну, легко. Такая же ситуация, как с крузаком. Автомобиль, в принципе, не чувствует преград. Мощности хватает. Клиренса тоже дофига. Да, давай, газу. Давай. Ну, едет хорошо. Моментально, да? Момент такой, что газ... Стоп. Назад аккуратненько. За счет мощности вытягивает просто. Ему вообще все пофигу. Реально. Очень коварное покрытие. Там лед снизу. И автомобиль, когда начинает немножечко зарываться... Вот сейчас кроу-контроль пошел, автомобиль аккуратненько едет. Вот смотри, за счет мощности опять выезжает. Да, стоп, давай. Давай назад аккуратно. Там, я просто посмотрел, там где не тяжело со стороны. Я не могу ее раскочегарить. У нас сейчас при боковом тест-драйве слетело колесо, диск распортировалось. Сейчас попробуем мы без снятия поставить его на место. Давайте. Курганет, попробуй. Ты хорош. Все, готово. Да. Снял? Да. Ты как компрессор. Полностью целый что-то. Давай. 2,3 надо сделать. 2,3. Весело как, да? У тебя лоб упалился. Ой, веселье тут сколько невозможно. Итак, продолжаем ехать. После поля наконец-то засунули покрышку обратно. Хорошо, что... Ну вот, про домкрат у Lexus, я вам говорил, уже не хватает того, чтобы поднять. Пришлось ждать друзей. Зато у нас сейчас есть для сравнительного теста еще Niva и X-Trail. Сейчас мы посмотрим, куда заедет Niva, куда заедет X-Trail и куда заедет Lexus. В общем, едем аккуратненько. Ну, по бездорожью тоже. Все мы видим, тишина, мы вообще никаких препятствий не чувствуем. Сейчас попробуем заехать на эту безобидную с виду... Пробиваем колею Нивой. Посмотрим, куда заедет Нива. Ради интереса, раз уж приехали наши покатушники. Нива хороший автомобиль. Но посмотрим.
Давай, пошел! С разгону хочет. Все. Мотора не хватает больше. Давай! Все, не можешь... Все. Давай теперь экстрейл! Давай, Лех, назад! Все, не мучайся, нафиг! Так. Экстрейл за счет... Ну, я нет. Экстрейл тоже не доедет. Вот увидите. Ну, хотя у него мотор помощнее. Куда он поехал, непонятно. Давай, давай, давай! Не-не-не-не. Ну, у него, конечно, разгон побольше. Стоп. Колеса, если были прямее, проехал. А, ну вот все, жопа. Назад. Давай назад. Давай. Нет, все, то есть. Давай назад, назад. Серег, колеса прямо поставь. Вот так, прямо, прямо. Еще чуть-чуть сюда. Вот, ага, и давай назад. Теперь ты! Стоп. Вперед нет никак. Назад, подожди, и назад, назад попробуй. Давай. Газу. О, красавец. Стой, ты съезжаешь. Чуть вперед попробуй. О, мощность есть. Давай. Блин, проходимость хорошая. Не, давай назад лучше, назад. Первопроходчик, потому что... Ой, что-то я сейчас натолкался. Потому что ее не жалко, и она может фигачить там. Там, ну, камни в сугробе, все равно. Давай назад! Вот. Блин, ну на ровном месте. Вот мощности не хватает. Коробка короткая сама по себе. Пошел! Как она быстро садится, это же жопа. Нет, а экстрел хорош, да? Подожди пока. Звук у него вентилятор задевает. Влево! Похер ему, да? Прям отсюда. Этот, конечно, уверенно идет. Как танк.
У Нивы под рычаги всегда набивается куча снега, и она не может пробить. Сейчас, подождите. Надо признать, что у Lexus действительно за счет клиренса, за счет мощности, он реально едет, он тяжелый, смотрите. Там Нива вообще, ну, столао, но, во-первых, огромная мощность, V8, и проходимость у него очень хорошая, реально очень хорошая. Плюс еще салон такой клевый. Вообще такой удобный кабинет, да, для передвижения по городу. Вот еще раз, смотрите. Просто, легко, как просто утюг едет. Обязательно надо садить машину, а мы никак не можем. Мы ни один тест не проводим без того, чтобы не засадить. Не-не-не-не. Смотри, почему зад только крутится? Заблокирован, ты перед там не засилишь. Вот, сейчас заблокирую. Вот. А вперед? Колесо спускается. Ах, до отсечки прям. Ну, как обычно, засадили. Нива тащит Lexus. Это же классическая русская история. Вперед. Еще раз. Меня дёрли, не подпишись. Нет, оставим. Стой, назад, назад. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть буквально. Стой. Давай вперед. Стой, стой, стой. Давай так же еще чуть-чуть. Да? Итак, что можно сказать про этот автомобиль? Безусловно, это настоящий дорожный крейсер, но который пока стоит, ну, 6 миллионов, ну, пока, не знаю, цена, мне кажется, неадекватная. Сейчас примерно 6 они стоят. Хороший, комфортный, качественный салон. Единственное, что, естественно, тойотовские, где детали встречаются, это немножко, ну, не раздражает, но хотелось бы меньше их видеть. Внешность, это, опять же, вот сколько у нас в последнее время очень много внедорожников, и вот этот вот классический русский черный квадрат, за рулем которого ты чувствуешь себя самым крутым. У нас вот в премиум-сегмент даже седаны не так. Этот вот, смотрите, здоровая скала, огромная, безопасная. Вот говорить что-то плохое про этот автомобиль, ну вот что сказать, что он не едет. Если бы он ехал не 7,5 секунд, а 7, было бы круче. Ну, круче, но мне кажется, это не смысл. Единственное, я бы поработал над тормозами, потому что все-таки хотелось бы тормоза более четкие. Владелец говорит, что очки вместо для очков туда не лезет. Вот. Электропривод багажника не всегда срабатывает. В принципе, расход. Ну, 20 литров стабильно машина будет жрать минимум по городу, по трассе 16. Поэтому, ну, по бездорожью не знаю. Но это автомобиль, наверное, специально никто не покупает, чтобы лез на охоту, рыбалку. Так по городу в сугроб залезть на какую-то горку, это да. А так, и самое его большое преимущество, конечно, у этого автомобиля, это, во-первых, надежность среди других представителей, если в эти деньги мы будем рассматривать. Во-вторых, это настоящий полноценный внедорожник рамный, хоть и без механических межколесных блокировок. Ну, он хотя бы лучше из них приспособлен для бездорожья. Вот. И в размеры и ощущение безопасности, потому что когда в России у нас все-таки аварийная ситуация, она очень сложная, и когда ты находишься в дорожном потоке именно на таком тяжелом, огромном бегемоте, ты чувствуешь себя защищенным, поэтому этот автомобиль, помимо какого-то комфорта и престижа, еще дает вам огромное ощущение безопасности и отстраненности от дорожных проблем. Спасибо вам большое за внимание, ставьте лайки, до встречи!